дергаться совершенно бесполезно. А скупать, ну, 3 телевизора, 5 телевизоров, в каждой комнате, в туалете телевизор, смысла никакого нет. То есть, если беречь деньги, так надо было беречь раньше их, а не сейчас. Сейчас бесполезно что-то сберегать уже. Я ничего не скупаю, не паникую, потому что больших денежных средств не имею, поэтому что мне паниковать? Я думаю, паникуют прежде всего те, у кого есть сбережения на счетах. Поэтому они паникуют, у меня таких больших сбережений нету, к сожалению. Поэтому жду, что будет. Конечно, хочется надеяться на лучшее. Я не смотрю телевизор, поэтому я общей панике не поддаюсь. В магазины в большие я тоже не ходила, поэтому нормально. Я не переживаю. Больших запасов денег у меня нет, может, из-за этого мне спокойно. Нам ничего не надо, мы уже прожили свою жизнь, и все. Зачем? Мы, например, не бегаем, не ходим, не тратимся. У нас есть. То, что есть, мы теми пользуемся. Вы знаете, у нас просто нет лишних денег, чтобы что-то скупать. Поэтому как есть, так и есть. Все остается. Мы живем на пенсию. Так что у нас лишних денег нет.